Агрогородок Салтаново по сучасных мерках далеко не самый маленький населенный пункт. Зараз тут проживает крыху больше 900 человек, у переважной большинстве працездольных узростом. Как и у любой вёсы, люди тут не только ведают один одного, а и часто разом означают святы. Гэта центральная площадь агрогородка. Менавіта тут проходят все основные вязковые мероприемства. У 2011 на площади нават посадили елку специально для святкования Нового года. На гэты Новый год головную елку агрогородка так само упрыгожили, але чакаемага свята не атрымалася. 1 студзеня высветлілася, што нехта пашкодзіў агароджу вакол плошчы. Некалькі гадоў таму яе ўстанавілі за сродкі, якія сельсавет атрымаў за прызавое месца ў абласным конкурсе па добраўпарадкаванні. Такія случаі бываюць, канешне, не часта, но бываюць. Но ў таком маштабе, канешне, это случылася ўпервые. І на утро вся деревня на ушах была, што произошло. И, конечно ж, у каждого вопрос был, кто это сделал. Амаль 2 тыдні хулиганов у Салтанова шукали уласными силами. Коли ничего не атрымалося, звернулися у правоохранные органы. И уже на наступный день у Речицким районном отделе следчего комитета узбудили криминальную справу в относинах до 2 местовых жихаров 1998 года нарождения. Немножко выпили, не подумали. Вот. Сейчас вот восстановили. Сейчас как-то больше, не будем, поняли свою ошибку. Нанесенные страты оценили у 136 рублей, которые хулиганы компенсовали разом с батьками. За эти сроки набыли 16 новых пролетов, которые ж сами злоумышленники и установили на очах одновязковцев. Але на этом справу не закрыли. Теперь она будет передадена у районную прокуратуру. Срок до 16 февраля 2017 года подозреваемым планируется предъявление обвинения и направление дела прокурору для передачи его в суд. Также в ходе следствия выявляются причины и условия, способствующие совершению преступления, по результатам которых в адрес соответствующих инстанций будут направлены соответствующие представления. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район.